Всем привет, уважаемые любители покатушек. Значит, только что я приехал, дал 150 километров перед работой, мне сегодня на ночь идти. Время сейчас 6 час вечера. Выехал я где-то в 9, начало 10, так не спеша, нормально, все хорошо. И вот не зря я выставил два велосипеда. Один новый, который я откупил, ну, ценовая категория, можно сказать, недорогой, не дешевый, потому что рама алюминиевая, тут тормоза дисковые, ну, как бы он легче намного, по-моему, 12 килограмм он, мне хотелось легче, потому что этот, по-моему, 19, что ли, не помню уже что-то, или 18, тяжелый, это первые велосипеды, рама металлическая, колеса я уже поменял года 3 назад, наверное. Поставил более-менее такие получше колеса. Те уже почти пропали, они старые были. Этому велосипеду уже, наверное, лет 25, наверное, как я его купил. Только первые появились. Значит, я его переделал полностью на промподшипники передние и задние. Велосипед стал, сказка, лететь. Пока до этого было не переделанный, плохо ехал. Ну, велосипед да велосипед. На нем нельзя было далеко ехать, и устанешь и все остальное. А сейчас 150, 200, это без проблем. Почему? Хочу сказать за этот велосипед «Формула», который я купил новый. Новый, думал, будет колеса 27,5 побольше, легче будет ехать. Резина на нем стандартная была, вот такая вот широкая. Хотелось сразу поменять, резину нигде не могу найти поуже, именно поставить, чтобы она была поуже. Ну, думаю, взял, потом случайно найду, где-то поменяю поуже резину. То есть кинулся я на нем ехать, думаю, сейчас я стартану, катнусь хотя бы 150 километров. Выехал, проехал я 25 километров на нем, на новом. Я так перебрал, помазал вот эти все каретки. Проехал километров 20-25, наверное. И вернулся. Вернулся, я так уже устал, так плохо на нем ехать. Вот стартует, вроде он хорошо, нормально пока крутишь. Ну, легче, он легче намного. Конечно, удобно, хорошо. А вот накатывания совершенно нет. Он встает, до разгоры встает. Это кошмар полный. Ну и что вы думаете? Этот велосипед я перебрал на подшипники. Тоже был на шариках, на каретках, на вот этих вот. И этот я купил как-то, не сильно его, спросил, там подшипники стоят, промо. Да, ну, как всегда, забирай. Забрал я его. Попробовал так прокатнуться, вроде ничего так, возле магазинчика. Думаю, да ладно, возьму что-то новое, потому что уже это как надоел уже. Может, это будет удобнее, легче, здесь и руль шире чуть-чуть немножко. Так, вроде понравился, думал, привыкну. Нет, очень тяжело, наката нет. Смотрю, с горы еду, и надо еще из горы и крутить. Этот даже по-ровному крутить не надо. Я вот сел, допустим, от дома от своего, и метров 400, вот так вот, два раза педалью крутнул, и метров 400, это ветра нет, ничего совершенно. Я качусь без проблем, совершенно. Ну, если встречного ветра нет. С этим такого совершенно нет. Значит, я за что он называется «Формула», ну не советую никому. Вернее, конечно, если брать дорогие велосипеды там с такими каретками, которые очень хорошие, там калена, все положено, фирменное, может, оно и лучше будет. Но вот эти каретки не могу я на них смотреть уже совершенно. И вот сейчас я переднее колесо переделал на промподшипники. То есть переделывается оно элементарно. Сейчас я в конце ролика покажу, если кому интересна будет эта тема. А сейчас попросил меня подписчик, очевидно, заходил ко мне на мой канал «Веломан». Там подписчиков мало, я так ролики выставляю там для себя, там кто-то зайдет, не зайдет, так просто-напросто, чтобы собирать. Было куда. За место диска, Google диска. Значит, он меня попросил, чтобы я, чем вы смазываете велосипед? Велосипед я смазываю не так, как все там смазки у меня фирменные, все остальное. У меня свои технологии, которые уже проверены. И мне именно вот так вот подходит, нравится, так он легче и ходит хорошо. То есть нормально. Пробовал я всеми этими смазывать смазками, не понравилось мне. Особенно каретки смазывать не советую вот этими солидолами, литолами густыми. Они тормозят движение полностью. Подшипники ставьте. Если у кого там каретки стоят и накат плохой, ставьте подшипники, промы. Я покажу сейчас в конце. И накат будет, вообще самолет будет полностью.
Значит, смазываю я, начнем, ну, как-то, пускай каретки, я каретки тоже никогда солидолом не смазываю, вот этим вот густой смазкой, литол, солидол, циатим, вот это все. Я всегда стараюсь смазать, у меня есть и негрол застойный, ну, негрол, как его еще называют, негрол, для гипоидных передач, для редукторов, для всего этого, он густой такой. И вот буквально одну капельку сначала, когда вы вытерли каретку хорошенечко, все промыли, оно высохло, буквально со шприца одну капельку туда дать, и чтобы оно раскрутилось, сделало пленочку свою такую. Именно пленка хорошо она смазывает, как бы скольжение и все остальное, подшипник долго ходит. А потом масло. Потом масло добавить и все. Ну, когда жарко, вот жара, можно чисто даже на этом ехать, на негроли, на одной капельке. Ну, маслечко капнуть тоже хорошо. Он намного легче идет, чем солидолы. В подшипник то же самое я. Чуть-чуть капельку иголочкой негрола туда капну, пробью, или сниму резиночку, или так, через маленькое отверстие капну. Или масло машинное. Машинное масло, оно жиденькое, оно не застывает, оно хорошо смазывает, накат отличный. Насчет цепка. Вот насчет цепка оно еще интереснее у меня получается. Пробовал я, не буду пока рекламить, пробовал я и варить цепки в парафине, и в графите, и смазывать специальной смазкой. Чего только не пробовал, не делал. Все оно как-то притягивает вот эту вот грязь, пыль. Проехал там сколько там. Ну, недельку-две поездил, уже начинает трещать, там цепок надо мыть уже, опять смазывать, он уже растягивается на глазах. И, в общем, вот я буквально уже два года смазываю, не поверите, это полироль для автомобиля К2. Но он как бы был с распылителем, там машину где-то натирать пластмассовые части, там, да и сама краска натирается им нормально. И вот попробовал я им смазать этот цеп. После того, как я уже все перепробовал парафины, 50 на 50 парафин с воском и все остальное. Отлично, мне понравилось. Я вот два года я езжу, я не изменяю. Я с собой вожу баночка специально такая с пипеточкой. Если что, раз, помазал, и все. Не прилипает ни грязь, ничего. Создает какую-то пленку вот эту, которая не попадает в середину. Вся эта пыль, грязь, цепь не грязная совершенно. Мне очень нравится, можете попробовать, уверен, что и вам понравится. Значит, по этому велосипеду, вот покажу, какие сейчас сделал эти подшипники. Ну, вот я недавно буквально вот сделал, на этом я приехал, и позавчера я только вот переделал это, попробовал накат, совсем лучше стало намного, еще только задок переделаю, и все. Значит, там стоят вот такие вот втулки, по которым, ну, сами понимаете, не буду объяснять, там шарики стоят и конус. И вот эта вот гомосятина, она, ну никак она, нигде нормально не ходит. Я не знаю, ну вообще не, ну, не годится она совершенно, как по мне. Вот промо, вот это да. То есть берем всего лишь, разбираем колесо. Сейчас я разбирать не хочу. В принципе, оно вам не надо, сами поймете. Эти оставляем на месте, вытаскиваем мочку, шарики выкидываем полностью. И вот такие вот подшипнички. Номер я не могу сейчас прочитать, слишком мелко написано. Сколько у него? Ну, то есть они четко вот сюда вот, вот заходят, вот плотненько. Вот. Зашли плотненько. Ну, это я взял другую втулочку. У меня с этого старого тут чуть-чуть другой размер. Ну, а в этот как раз она заходит плотно. Внутренний диаметр там десятка. У меня было два подшипника только. Этот девятка не влазит сюда. Ну, наружный такой же. Ну, то есть подобрать можно на рынке. Есть такие подшипники. Два штучки купить, желательно хороших. Я вот поставил сюда китайские. Не нашел ни застойных, ни каких японских. Я не нашел. Но думаю, ладно, как они там подойдут. Нормально, если что, потом поменяю. Купил эти подшипники, поставил. Ну, хоть и китайский, но все равно уже совсем другое дело стало. Второй вариант. Можете вытащить вот эти чашечки полностью, они снимаются, выбить их. В данном случае, в этом велосипеде моем формула, там диаметр 30 самой
вот этой втулки 30 без этого. И маленький немножко там поначалу ободочек, который можно, ну, сточить хоть напильником, убрать и туда подшипник зашнуровать, тоже неплохо будет. Туда идет, я помню, 200-й подшипник, точно 200-й, как раз заходит у него 10-ка внутренний и 30-ка наружный. Он туда заходит идеально. Вот этот я делал именно так. Вытаскивал я эти втулки и туда именно вставлял прямо в корпус этой втулки подшипники. Но тут немножко диаметр другой, на полмиллиметра. Я подгонял именно подшипник, чуть-чуть подогнал, сточил его чуть-чуть. И он зашел прекрасно, то есть кому как хочется. И, естественно, внутри, между, где оно будет стоять, между этими самыми, высчитать, трубку найти. Внутренняя десятка, наружный там двенадцатка, пускай, в этих пределах, чтобы вот в эту, вот в это отверстие входило. Или я отверстие немножко рассверлил, у меня потолще втулочка чуть-чуть. Распорная втулочка, чтобы можно было зажать, и все будет прекрасно. Ну вот, в принципе, все, что я хотел сказать. Если кого-то заинтересовало, что вот по велосипедам будет много еще интересного, буду еще этот переделывать на свой лад, потому что сейчас на нем ездите. Да, тихо, хорошо едет, легкий, но у него, ну нет, я сказал, наката. Буду резину менять на более уже, я же сказал. Ну, еще буду что-то кое-что переделать, потому что вроде навеска Шимано, все написано. Тут не Шимано, там Шимано. Ну, тоже продают так, как лишь бы продать. Но на таком, что вот купил и поехать далеко, это просто невозможно. Я в шоке. Вот это тут, да. Вот едешь на нем, не устаешь совершенно. Ну, если где-то вверх, в гору, тогда тяжеловато. А так, по ровной дороге отлично. А если где-то едешь немножко уклончик, вообще даже совершенно не крутишь, он сам бежит. Как еще раз повторюсь, на этом вообще невозможно. Хоть сзади его подталкивать с горы. Все, на этом я закончил. Я за смазку немножко рассказал, чем я пользуюсь. Ну, вот так вот. Вот так мне нравится. У меня это получается. Ну, и опять же, кому интересно, пальцы ставьте. Буду продолжать эту тему по велосипедам. Всем до свидания.